Здравствуйте, уважаемые любители рыбалок. Сегодня мы начинаем наше очередное рыболовное приключение. Выйдем утром мы на разливы второй шахты. Вот, все, что у нас получится, вы увидите в моем отчете. Погодка стоит отличная. Ветра практически нет, как можете вот видеть. Поют птички. Хороший рассвет, но чуть-чуть морозец. Ничего, будем пробовать. Так, вот мы пришли на водоем. Вот. Будем пробовать. Поставили мы 1 грамм азура зеленая. И будем пробовать ловить. Выловили первого кусочка. Там красавчик. Клюет, конечно, очень слабо. Вот он брызжет весь. Чего будем пробовать дальше. Прихватывает, пришлось поставить лесочку. Флюрокарбончик мы поставили. Потому что морозцем прихватывает кольца. И это не есть хорошо. Вот он. Еще один. Хорошо. Вот нам он от тоночки. Сейчас не хочет. Будем искать. Вот поменяли местечко, и вот он кусочек. Надо искать, ходить, искать, смотреть. Все. Где он может быть? Вот сейчас поймали недалеко от берега. Пробуем. Все. Не хочет. Проверим тут. Вот так. Отдай. Вот, опять поменяли место и есть. То есть надо хотите искать сегодня. Не так, как бывает. Попадешь и встал, и все. Вот еще один.
Сломал. Вот что-то мы щучку якусь стянем. Вот. Вот она. Отдай. Иди гуляй. Молодец. Вот она. Кушочка. Отдать. Вот она кушочек выходит, там мелечек, видать. Шо? Поставили ему полтограммика, попробуем дальше кинуть, чтобы за остров, за бугорок, вот, о, вот туда хотя бы. Как мы дурили, ищем, водоемчик такой тихий, что... Будто вот тут нету даже. Плыжет. Вон. Хоть бы кто-то плеснулся где-то. Вот такой вот. Видите? Тишина. И водолазы прошлись, блядь, мусору накидали. Капец. Вот поменяешь место, как будто есть. Так ощущение, что один. Совсем один. Редко парочку выдуришь на одном месте. Вот. И окунь. И шо, молодец. Хорошо, вот взял прямо на падение. Тык. Вот он. Вот он. Это был заключительный окунь. Вот. На сегодня. Вот. Спасибо водоему.
Вот такой водоемчик, спасибо. Все, спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. Подпишитесь на мой канал и берегите природу.